Скажи мне, пожалуйста, ты знаешь, лук – это полезный овощ или вредный? Вредный. А чем же он вредный? Потому что, когда ешь его, слезы текут. А чем же тогда он полезен, что его доктора, наверное, рекомендуют? А знаешь, мам, ну? Я в садике делаю яички. Так. Ну. Раскрашивали вы их? Нет, не раскрашиваю, а пластилином мазаю. Такие, так. Такие крышечки. Ага. И вот. Так. Потом мы и зовут лук Петрушкин. И Петрушка у нас зовут лук. Так, Петрушка. Лук и Петрушка дружат? Петрушка растет у нас в садике, такая так. Зелененькая. Трав. И растет у лука такая, вот так растет. Так. И такая кругляшочек. А кругляшочек где растет? На земле. Так. И такие палочки земли. Угу. И потом кругляшочек такой жёстенький. Угу. И такие зеленые палочки. Так. И получается... Петрушка. Так, то есть зеленые палочки и кругляшочек, и получается петрушка. А что же тогда полезного в луке? Полезно. Там витамины. А, там витамины. Так. И в яблоке витамины. Так, а еще где витамины есть? Это где? Что-то не знаю, где это. Как это называется? Ну, что-то не пойму. Ты скажи словами. Где витамины-то еще? В конфетах, что ли? Нет? В яблоках? Еще где? Ну, не уходи. Такое круглое может быть. Компот? Домик? Что? Круглое что-то. Ну, мама, короче, не умеет в крокодила играть. Сейчас Таня расскажет. Так, сегодня мы почитали стихи про космос. С Надюшкой надо нам будет выучить стихотворение ко дню космонавтики. Вот. В общем и целом, сегодня хороший день. Единственное, что-то у нас все холодно, да холодно. Холодно, да холодно. Когда будет тепло? Ну ладно, сейчас на паузу. Ну, что желтое? Что желтое? Желтое? Ой, ну что желтое? Груша. Банан. Ну что тогда? Апельсин. Ну я не пойму, ты что-то рисуешь. Что это? Фрукт какой-то? Мороженое? Какое? Сладкое, но кислое. Соленая, махровая. Да я не пойму. Ну скажи вслух или на ушко мне скажи. Так, ты мне лучше расскажи, лук все-таки полезен или вреден? Ну я не знаю, Ольга Петровна спросила, я не знаю. Может он вредный? Вредный? Фу, кака. А чё ж вы его сажали? Ага, маленькие такие штучки сажали на улицу, да? Почему? Ну что ты мне хочешь показать? Пошли.